Добрый день, друзья! Меня зовут Илья, я рекрутер компании Тиал. И сегодня я вам расскажу об одной из самых хороших и вкусных вакансий на территории Польши. Итак, зеленая будка – это работа в одной из крупнейших фабрик по производству мороженого и мороженых десертов. Работа подходит для всех – для мужчин, женщин, семейных пар, по визам и без визу. Минимальная ставка там 12,85 нета, конечно же, плюс премии. Работа заключается в простых процессах, не требующих особых навыков, умений и, конечно же, знания языка. Температура на производстве отличается от минус 5 до плюс 20 градусов в зависимости от места работы. Например, на складе продукции температура минус 2, минус 5. Но за счет сухого холода она переносится гораздо проще, чем плюс 10, допустим, на какой-нибудь птицефабрике. Там работают в основном мужчины. Работодатель бесплатно выдает термобелье для работников холодного цеха. Женщины же работают в основном на упаковке, где средняя температура плюс 10 градусов. Требования от работодателя – это, конечно же, трудолюбие и своя обувь. Также санкнижки. О санкнижках немножко подробнее. Почему? Потому что если вы приедете на эту работу без украинской санкнижки, то вам придется сидеть и ждать около недели для того, чтобы вам сделали польскую. Но если вы возьмете с собой украинскую санкнижку, вам в любом случае будут делать польскую, на эту неделю вам не нужно будет ждать, вы уже приступите непосредственно к производству. Стоимость польской санкнижки 150 злотых, она снимается с заработной платы. Работа идет по 8-12 часов, каждую неделю смены меняются, там 3 смены вообще на производстве. Вы сможете работать около от 200 часов, которые обещает работодатель. По жилью. Давайте так, коротко и по факту. Жилье хорошее, предоставляет работодатель, есть оплата коммунальных услуг. Плюс к тому же, в комнатах живут от 2 до 6 человек, в зависимости от того, как вы попадете в комнату или сможете там уже непосредственно договориться. Напоследок, что бы хотелось сказать, одно из самых главных, это хорошая информация для сладкоежек. На территории завода есть столовая с холодильником, набитым мороженым. Есть его можно безгранично. Также работодатель дает по 2 коробки мороженого каждый месяц каждому сотруднику на руки. Ссылка на вакансию, мой номер телефона Вайбера, находится под видео. Спасибо за ваше внимание. Будьте счастливы!